Приветствую вас, друзья, добро пожаловать ко мне на канал. Ну что, у нас с вами Инкономия уже у большинства игроков зачищена. Кстати, ниже напишите, насколько вы уже зачистили Инкономию. Стоит отметить тот фактор, что постепенно мы приходим к нормальному ритму жизни, когда заходим в игру на 15 минут, чтобы поиграть и тем самым просто слить смолу, забрать артефакты или, например, постараться выбить какого-то персонажа. Дело в том, что многие игроки, когда вот наступает этот период, даже порой забывают и забивают на то, чтобы зайти в игру, ожидая нового контента. Этим роликом я решил напомнить вам, что вам нужно будет зайти с 25 января по 9 февраля в этот период в игру в течение 7 дней. Тем самым вы получите 10 круток, 80 тысяч моры, кристаллы и книжки. Ибо потом вы их просто не получите, а это все-таки достаточно неплохой бонус. А для тех, кто ушел из проекта, это хороший стимул вернуться в него и тем самым, возможно, снова начать в него играть. Также с 25 числа вы можете получить себе и бесплатного персонажа. Это Сенсу, Чуньюнь, Бэйдоу, Сянлин, Нингуан, Синьянь, Янфэй и Юнджин. Для этого вам нужно достичь 28 ранга, что не проблема. Помимо этого, вам нужно пройти начало сюжетки Люе. А также вам нужно пройти промежуточный том, который у нас с вами вышел вот совсем недавно, посвященный дворцу Нингуан. Также там будет событие фестиваля лунных фонарей, за определенные условия которых вы выполните и получите дополнительно скин бесплатный на Нингуан. Помимо этого, с 9 по 13 февраля вам также нужно зайти в игру, тем самым вы получите 3 бесплатные крутки, 2 луны, ну и так по мелочи ресурсов, тоже очень приятно. Также не забывайте вступать в мой Discord, там много полезной информации, новости, гайды, новинки, да и общение с приятными людьми. Жду вас всех, ссылочка в описании. Также не забывайте, что нас ждет и китайский Новый год, он же фестиваль фонарей. На этом у меня все, спасибо, что смотрели. Надеюсь, этот ролик, как напоминалка, вам поможет. И вы обязательно зайдете в игру в этот период. Всех благ вам, пока-пока.